Здравствуйте. 8 июля, 11 лунный день. Созди ангарак с тиги огня. День для отзывчивых, храбрых людей, воинов. Благоприятный для заключения контрактов, установления достойного руководителя, приобретения имущества, вложения, спонсорства, меценатства, земельной работы, обнаружения вещей, делах вопреки, советоваться с мудрецами, ламами, стать меценатом, проведение праздников, свадеб, новоселья, стрижка волос к обострению органов чувств. Ребенок, родившись в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым, в глубине души будет обладать храбростью. День неблагоприятный. Отправление в дальнюю дорогу, приводу невесты, сватовства. Благоприятный для людей, родившись в год обезьяны, мыши. Неблагоприятен годам, коровы, овцы, собаки. Илгинск, Цукчун дуани, Хоролыч Адамба, Мани дуани, Торжит Базура Юро, Джудуани Таванхаруга на бурятском языке. Будьте мудрыми.